Вот здесь тропы, место отдыха. И вот таких вот нагородили, неизвестно для чего, много, высоко. Я даже не представляю, для чего это. А я бежала, бежала, смотрю, здесь такой гриб на пенечке. Он был розовенький, красивый, хороший. А я тыкнула пальцем. И вот что получилось, испортила гриб. Ну ладно, я когда-нибудь сюда еще попаду, посмотрю, он должен зажить. Это место затянется, я думаю, он выживет, этот гриб. Он мягкий такой, интересный. Что такое, я не знаю. Впервые вижу. Типа лейкогалы какой-то, или что это такое. Ну ладно, не буду заморачиваться, а то меня ждет компания. Сестра приехала из Москвы. Мы встречали поезд «Ласточку», сейчас мы здесь гуляем, ужинаем, отдыхаем. А Паша прилетел из Таиланда, привез всякой экзотики нам попробовать. Вот. Ну что ж, всем пока, ухожу.